В Ульяновске заработал штаб общественной поддержки партии «Единая Россия». Главная цель работы новой структуры – сбор предложений граждан и экспертов в народную программу партии. Напомним, возглавил штаб заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин. К участию в формировании будущего присоединились общественные организации патриотической направленности. Очень важно, чтобы мы на базе вот нашего штаба объединили или во всяком случае предоставили возможность патриотически настроенным организациям реализовать свои возможности, чтобы по итогам сегодняшнего заседания подписать соглашение и предоставить каждому высказаться, выступить, сформулировать свои предложения, мнения, идеи. Более 10 региональных некоммерческих организаций уже вступили в штаб поддержки «Единой России». На площадке штаба проходят стратегические сессии, дискуссионные экспертные площадки. Жители могут внести свои предложения и пожелания. Эта площадка будет местом, где мы можем собираться по самым злободневным вопросам. По всем тем идеям и всем тем предложениям, которые сегодня звучат в разных уголках Ульяновской области для того, чтобы сформировать народную программу. Представители некоммерческих общественных организаций уже озвучили ряд предложений и инициатив, которые будут проработаны и могут войти в народную программу. К примеру, волонтеры Победы продолжат работать над совместным проектом «Историческая память». Мы реализовываем неоднократно различные проекты, такие как «Диктант Победы», «Мобильные бригады помощи ветеранам Великой Отечественной войны». И, собственно, для нас, для представителей молодежи, важно, что на площадке партии мы можем говорить о патриотическом воспитании, о том, если есть какие-то проблемы, сложности там у ветеранов, для того, чтобы оперативно доносить эту информацию до руководства партии, до руководства региона. Внести свои предложения в народную программу можно несколькими способами. Оставить свое предложение на официальном сайте партии, пройдя анкетирование по основным тематикам. Либо сформулировать свой конкретный наказ партии. Также можно оставить свои предложения, заполнив специальный бланк в региональных и местных общественных приемных. Алина Тихонова, Управда ТВ.